Из тихой гавани детского дома в море взрослой жизни. В среду в Иванове прошел праздник для выпускников детдомов региона «Алые паруса». Мероприятие в таком формате проходит впервые. В этом году стены, ставшими уже для них родных детских домов, покидают больше 50 наших дорогих выпускников. Мальчишек и девчонок, которых буквально через несколько дней ожидает самостоятельная жизнь. Среди выпускников детских домов масса талантливых ребят. Для своих любимых педагогов они подготовили большой подарок – концерт. Тематика – отправление в самостоятельное плавание из дома, который долгие годы был родным. Или дорога, волнуюсь немного, рядом со мной друзья. Мне не забыть бы на самом пороге то, что оставить нельзя. Крылья мечты, способность к полету, веру, любовь, идеал. Память о тех, кто своей заботой в детстве меня согревал. Расставание – момент особенно трогательный для педагогов. Каждый раз это очень болезненно – провожать за порог ставших уже родными детей, переживать за них, волноваться об их будущем. Они продолжают оставаться родными, но сейчас они уходят во взрослую жизнь. У нас тревога такая же, как у любого родителя, у которого ребенок куда-то едет поступать. Разумеется, у нас сохраняются связи, разумеется, мы будем их поддерживать, но все равно вот этот период выпускного и после, он очень тяжел для нас. Для того, чтобы адаптация к взрослой жизни прошла как можно более безболезненно, для выпускников детских домов проводят областную олимпиаду. Задания непростые – продемонстрировать все навыки, приобретенные и необходимые для самостоятельного проживания. В этом году победительницей стала Катя. Но теория – это одно. Будущее за стенами родного дома по-прежнему страшит выпускницу. Я немного боюсь, но одновременно мне хочется, испытать что-то новое. И, как-то так, нетерпение такое есть. Но, конечно же, я не забуду детский дом, буду приезжать туда. Прощание – это всегда грустно. И чтобы подсластить момент, выпускникам, добившимся наивысших результатов в учебе, спорте и творчестве, вручают дипломы и подарки, которые пригодятся в будущем. Именно с этим багажом, а еще с полученными знаниями и умениями, им предстоит отправиться в это плавание. Самостоятельно. Но двери детского дома всегда открыты для выпускников, а педагоги всегда готовы подать им руку помощи в любом жизненном шторме. Наталья Бутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.